Психолог с 20-летним стажем Лилия Лавлиновская к своему делу подходит необычно. Работа с материями души начинает со звезд. За ответами часто обращается в астрологию. Женщина уверена, так эффективнее, и к рекламе не обращается. Клиенты приходят по рекомендациям. Я до этого была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. У меня была упрощенная система налогообложения 6%. Плюс кассовый аппарат, там у меня был интернет-эквайринг почти 3%. Но в результате вот 9% у меня уходило на налоги. А сейчас самозанятый 4% у меня будет. И кассовый аппарат мне не нужен, потому что чек выбивается в приложении. Меньше налог – не единственное преимущество статуса самозанятого. Всем, кто работает один, положена поддержка. Пока в центре «Мой бизнес» помогает только информационно, но скоро все изменится. В перспективе, да, спектр наших возможностей расширится, и серьезно. В ближайшее время изменения в нормативные акты будут внесены. Я думаю, в сентябре мы уже сможем оказывать весь арсенал наших услуг для самозанятых. А это и финансовые услуги, это и содействие в выходе на электронные площадки, это разработка сайтов, ну, весь наш спектр услуг. С 1 июля самозанятыми зарегистрировалось 1500 человек. В основном это те, кто работал один, но вынужден оформил свое дело как ИП. Но есть среди них и начинающие бизнесмены, для которых статус самозанятых – лишь начало пути. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.